Всем привет! И мы выезжаем в Краснодар. Уже выехали. Сейчас 7 часов вечера. Мы держим путь на Минск, оттуда на Смоленск. И пошло-поехало по России. Ну вот, мы подъехали к границе, на часах у нас 23:55, небольшая пробочка, ждем, ну уже минуты 3 стоим, ждем, посмотрим, что будет дальше, сколько будем стоять. Поехали, помаленечку. Поставили опять, ну что? Проехали границу. Подошел к нам пограничная служба, ФСБ. А, ФСБ России. Да, подошел, проверил, сказал, все, счастливого пути, посмотрел там 5 минут, попросил окошко заднее открыть. 5 секунд, 5 минут. Ну, 5 секунд, ладно. И все. И вот мы едем в Смоленск. Осталось совсем чуть-чуть. Ну что, мы в Смоленске. Ой. Сейчас час ночи. Ложимся спать, часиков до 6 утра, и в 6 будем вставать и поедем дальше. Состояние бодрое. Доброе утро, мы проснулись, 6 утра. Ну, неплохо так поспали, чуть-чуть подремали, сходили на заправочку, там кофе взяли. Еще не пробовали, может, не очень. Сейчас вот чуть-чуть позавтракаем. Дождемся наших пассажиров и едем. Следующая остановка у нас Орел. Ну что, подъехали мы к Брянску. Остановились на заправочку. Чуть-чуть передохнуть. Осталось до Орла 170 километров. Совсем чуть-чуть. Поехали дальше. Итак, мы доехали, приехали сегодня в 5 утра, в общем, ехали больше суток, получается, но тяжеловато было, много пробок было, движение большое, приехали, чуть-чуть поспали, и вот в 12 встали и сразу в бассейн купаться. Ну что, всем привет! И сегодня мы едем на море в Туапсе. Да ладно? Да. В Туапсе? В Туапсе. Ну что, все, мы откупались. Закончился наш отдых на море. Выдвигаемся в станицу Зеленчуцкую через Шаумяны. Сейчас 2:30. Поехали. Перевал покажем чуть-чуть. Бездорожья, нет, там через город, но так получилось. Будьте внимательны. Всем привет, а мы в Зеленчуке. Вот так вот. Нет, то еще, вот там, вот, вот смотри, вот на мокрую. Работаем. Вот это. Сегодня мы снова в Зеленчуке, и мы делаем перила. Вот лестница у нас какая будет. Подгоняем. Вот так вот. И вот так вот.
Будет красота. Итак, сегодня мы находимся недалеко от села Маруха. Сейчас мы приехали на живоносный источник Божьей Матери. И будем нырять в купели. Здесь находится источник, который бьет из-под земли, очень холодный. Поэтому приезжайте, пробуйте. Дальше смотрите видео. Батя тоже, там глубоко. Итак, сегодня мы идем на Софийские водопады. Моя компания. Вот и все. Вышли мы часиков 12 с Софийской поляны и топаем по дорожке. Поехали, Зеленчука. Едем в Пятигорск. Потом еще в Ставрополь. Потом еще в Краснодар. А потом еще в Островец. Вернемся. А мы сегодня в Минводах на свадьбе у Андрея. Все, подъезжаем уже, кажется. И ура, бахнули! Ну вот мы прибыли в банкетный зал. Здесь прекрасная фотозона, все очень красиво украшено. Тут скоро появятся наши молодожены. Сегодня мы в Ставрополе, в центре города. Вот мы и едем уже на работу, снова на работу. Подъезжаем к пряникам. Сейчас будем кушать пряники, но мы со своим самоваром. Всем привет! Мы в Белоруссии приехали